Вот наш будущий папа. Режем его на три части, чтобы хватило нежную, нежную взрыхленность. Вот такой милый пингвиненок. Че, так это пингвин? Всем приветики! С вами я, Августина Апельсина. Сегодня я вам покажу, как сделать вот такую вот классную игрушечку на елку самостоятельно из полимерной глины Фима. Катаю два небольших шарика. Начинаю. Один. Прикладываю к рабочей поверхности. Формирую фактуру. Формирую форму шарика. Сейчас я буду катать головешечку маленькую. Я делаю дочку розовенькую. Смешную. Вот насколько будет у нее мелкая головушка. Вот. Вот я скатала две одинаковые капельки. Сейчас буду присоединять. Это будут наши ножки снеговичка Мигала. Это будет девочка, как вы понимаете. Она же розового цвета. Ведь не соединяю. Вот такой вот снеговичок мой получился. Правда, еще не до конца. Придаю фактуру нашему снеговичку нежную-нежную взрыхленность. Начинаю взрыхлять. Придаем нашему снеговичку, в смысле моему, вот снеговичка я уже доделала. Вот я с мамой уже подготовила вот такой вот материал для нашего снеговичка. Для вязки шапочки. Сейчас я буду делать косичку. Мы уже подготовили две косички. Одна в другую сторону, а другая в другую сторону. Сейчас я буду их соединять. Вот такой красивый эффект нашей вязки для нашего снеговика получился для шапочки. Правда, живу шапочку. И снег обрезаем. Из остатков складываем шарик и присоединяем. Это будет наш помпончик. Взрыхляем. Сейчас я буду вставлять черные пуговками в глазницы. Это будут глазки. Одна. Вторую. Мама сделала морковку. Сейчас я буду вставлять. Делаем варежки. Вот такой у нас милейший снеговичок девочка получился. Отправляем запекаться.
наши снеговики готовы. Ой! Вот наши снеговики готовы. Они такие милашки. Дочка вообще такая милая. И мама. У нее два бубончика на шарфике. И бубончики смешные на шапочке. И бубончик один пушистый у дочечки. Смотри, красиво любоваться. Семья у нас получилась какой-то неполная, поэтому я с мамой сегодня решила опять лепить папу. Потому что у нас семья неполная, видите? Два снеговика, дочка и мама. Это мама сделала. Это вот очень красиво сделала. Вот наш будущий папа. Режем его на три части, чтобы хватило для пузика, для грудки и для головы. Чтобы семья была полной. Сейчас протираем грязнульки всякие разные. Обычной, обыкновенной, влажной салфетки. Пока я буду взрыхлять, начинать с головы, мама подготовит мне ножки и ручки. Вот наш папа почти уже готов. Только осталось сделать глазницы, шапочку, шарфик. Делаем зрачочки нашему папе. Вот мы делаем папе шапочку. Ой. Вот такой у нас шарфик получился. Это я добавила еще бубончик и шапочку зимнюю, потому что ему холодно. И вот потому я сделала с мамой ему шарфик, шапочку и бубончик. Сейчас я буду взрыхлять его, чтобы придать ему форму красивую. Снеговик готов. Отправляем его запекаться. Первое путешествие его любимое. Вот сейчас я подготавливаю основу для наших снеговичков, милашка. Мы туда нанесем маму белую, папу бирюзового и дочь милашку розовую. Сейчас я все до конца взрыхляю. И потом я сажу всю семью снеговиков, и все мы по второму разу запечем, потому что это останется еще сырое, а папа уже запекается. Папа мой готов, шершавенький такой. Вот я всю семью уложила на эту основу. Отправляем самый последний раз запекаться. Вот я с мамой сделала такое красивое новогоднее украшение. Оставайтесь с нами, смотрите видео до конца. Обязательно ставьте лайки. Я вас целую. И пишите комментарии. Увидимся в следующих видео.